Сегодня 25 марта. Вечер. Сейчас уже сколько, да? 18 часов 10 минут. Опять снег повалил. Собственно говоря, он целый день валит с разной интенсивностью. Вот. Намека на... Зимой вот не каждый день такой, скажем так, снежный был. А в марте это как-то вот последние дни очень зачастило все это. Зимняя погода. Просто не знаю, видно ли будет на экране, но, наверное, все-таки снежинки не будут видны. Собственно говоря, вот на мне сыпет снег на меня с козырька подъезда. Вот. Сыпает. Вот во дворе работают коммунальные службы, соответственно. Вот. Замучились они, наверное, уже с лопатами тут. Ну да, вот тут, наверное, сейчас заметно, хотя небольшие есть капли на объективе, но вот в том, как падает снег, наверное, что-то хорошо видно в данном случае. Посмотрим. Я уже все, с весной тут каждый день прощаюсь, все не получается. Точнее, с зимой прощаюсь. А весна... Реально, как это все в права не вступает и не вступает. Вот, но все равно нормально, интересно, хорошо очень. И симпатично, я должен сказать. Все вот это выглядит, да. Завтра опять, если оттепель не наступит, сугробы по уши будут по всей Москве.